Всем привет, мои хорошие! Сегодня у нас с вами распаковка от моего любимого продавца Натали. Я забрала свой большой заказ. Те сорта, которые у меня закончились, которые мне понравились, которые мне необходимы для съемок, да и для себя. Давайте смотреть. Многие жаловались, что шуршания много, но теперь будет шуршания поменьше. Я вот так вот весь заказ свой разложила. Давайте смотреть. Итак, здесь у нас Туркестан белый. Такими кусочками. Очень пыльный. Будем его колоть. Обязательно. Колки у нас много будет. Очень пыльный, чистый, не скрипит. Даже от таких больших кусков откусить его несложно. Очень его люблю. Будем колоть его. Сейчас водичку я возьму. Так, дальше. Здесь калин винницкий, килограмм. Бонус яшма. Так. Бонус премиум хрусталь север. Вот такие вот у нас сорта получились. Вернее, бонусы. По этим бонусам будет отдельное видео. Тунгиш Тарас. Замечательно все. Так, дальше. Это у нас меренга. Украинский сорт. Тоже просили видео. Обязательно сниму, расскажу. Такими кусочками. У этого продавца у Натали всегда много бонусов. Смотрите, сколько бонусов. Красоти. Так. Значит, здесь уйгурская серая и уйгурская желтая. Это серый кусочек. Серую я не пробовала. Очень плотная. А это желтый кусочек. Тоже будет обзор на эти два сорта. Обязательно сниму. Так. Это аметист. Посмотрите, какой цвет. Орская глинка. Мягкая. И очень вкусная. Тоже отдельный обзор вам сниму. Так, здесь у нас чуйская. Как вы знаете, к чуйской я не очень отношусь хорошо. Но говорят, из нее паста получается вкусная. И вот у меня есть кусок от Елены чуйской. Он скрипучий. А этот не скрипит. Вкусно. Так. Сливки белые. У меня закончились. Решила взять еще 0,5 кило. Нравятся они мне. Вкусно. Есть небольшое залипание. Вкус земельно-побелочный. Так. Это у нас жетесай белый. Из всех жетесаев я люблю белый и северное сияние. Но северное сияние у меня еще есть. А белый закончился.
тоже будем колоть с вами. Колки будет много. Астана идеал. Астану идеал я люблю. Просили на нее обзор снять. Обзор обязательно будет. Вкусняшка. Эти тоже есть серые куски, есть белые. Голубая узбечка. Смотрите, как на ней видно соль. Такими большими кусками пришла. Тоже будем колоть. Так. Туркестан новинка. Тоже вон какими кусочки большие пришли. Ну, Туркестан все сорта мы поколем в одном видео. Понравился он необычный. Такая помесь Туркестана белого и сливок. Плотный. Он откусывается с небольшими усилиями. Пыльный. Вкусный. Кимбрийская. К ней я отношусь с осторожностью, так сказать. У меня просили обзор. Вот. Смотрите, какая она слоистая. Тоже будем с вами ее колоть. А будет обязательно обзор. Тройка. Это башкирский сорт. Смотрите, она разноцветная. От темного к светлому. Бежевые. Сейчас мы понадкусаем их. Мягкая. Это, знаете, как башкирская ассорти. Вот эти кусочки очень похожи на татарскую розу. Эти отдают подсолнухом. Угу. Вкусненько. Это моя любовь. Сары. Тоже пришла он таким большим куском. Тоже будем колоть с вами. Так. Узбечка розовая. Иногда я ее беру. Но она мне очень сильно нравится в печеньях. И в трубочках. Он такую плотность хорошую дает. Тоже большой кусок, тоже будем колоть. Так. Туркестан классик. Здесь 500 грамм в одном кусочке. Тоже колоть будем. Так. Пористая. 2 килограмма. Очень мне понравилось. Прям очень-очень. Но этот сорт для тех, кто любит соленые сорта. Так. Туркестан сливки. Меня просили один обзор про все Туркестаны. Вот я, который нашла сорта. Я их все заказала. Еще хочу сейчас заказать Туркестан светлый и Туркестан темный. Сравнить их.
холодные. Моя любовь. Астана розовая. Вот такими огромными губами пришла. Тоже будем колоть вместе с вами. Так. Это киргизия. Красная, либо сердце. А, у этого сорта два названия. А, сейчас пачку. Пошла вот такими большими кусочками. Тоже будет отдельный обзор. И колка с ней. Так. Цина. У меня закончилась. Но она мне очень понравилась. Я решила еще взять полкило, так сказать, чтобы уж основательно распробовать. Мягкая, вкусная. Подсолнух. Честно сказать, башкирские сорта для себя я открыла недавно, но они такие вкусные. Самое главное, чистые. Вообще скрипа нет. И у них вкусы насыщенные. Хорошие. Так, ну и самое большое. Это Туркестан коричневый. Пришел он мне вот такими огромными кусочищами. Тоже будем его колоть. Ну, как бы вам показать? Смотрите. Прям огромные-огромные глыбы. Ну какой же он вкусный. В общем, вот такой заказ у меня сегодня. В ближайшее время я не планирую заказывать. Это вам не хватит надолго. Ждут вас видео с колкой и новые обзоры. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.